Памятник в честь уникальной археологической находки. 15 лет назад в Атырауской области в местности Аралтубе Жилыуйского района было найдено погребение золотого человека. И вот спустя годы здесь решили установить его 5-метровую скульптуру. Памятник посвятили 550-летию казахской государственности. Атырауская область богата не только природными ресурсами. Ровно 15 лет назад здесь, в Жилыуйском районе, обнаружили захоронение вождя сарматов. В кургане было множество золотых фигурных пластин. Находку датируют 2 веком до нашей эры и считают, что она даст ответы на многие вопросы. Это одна из главных гордостей атырауских историков. Эта находка представляет огромную ценность для наших будущих поколений. Это показывает всю глубину нашей истории, нашей государственности. Я уверен, что эта тема все еще требует детального изучения и исследования. Здесь сокрыто много загадок. В этом году Казахстан отмечает 550-летие казахской государственности. Именно к этой знаменательной дате здесь решили установить памятник в честь уникальной археологической находки. На изготовление фигуры высотой в 5 метров из металла и бетона у скульптора ушло 3 месяца. Зато теперь это место станет знаковым для всего района. Мы много знаем о нашей истории, о истории сарматов. Но чтобы вот так, что у нас в районе будет собственный памятник, это огромная радость для всех нас. Атырауские историки, краеведы, археологи возлагают на год будущей большие надежды. Юбилей казахской государственности они планируют отметить новыми открытиями. По территории региона пролегал Великий Шелковый путь, а значит, поле для работы более чем обширное. Уже запланирована археологическая экспедиция, которая прольет свет на новые страницы жизни периода агузов. Так что главные находки еще впереди. Талгат Утигулов, Амантай Матенов, Атырауская область.